Я рада приветствовать вас. Сегодня мы с вами будем рассматривать успех и как это сделать быстро. Кто-то думает, кто же такой, ну что это, ключевой человек. Я могу вам сразу сказать, ключевой – это лучший. Когда ты делаешь наилучшим образом абсолютно все шаги системы. И мы рассмотрим с вами сегодня эти все шаги системы. Но сначала хочу начать с анекдота. Я услышала его от наших партнеров в Ижевске, очень мне понравился, и хочу вам его передать, может быть, он пригодится. Представляете, зима, мороз, мужики наши хорошие русские сидят, ловят рыбу, рыбачат в мороз, и один из рыбаков сидит без шапки, голова лысая, красная, мороз такой. Все ему говорят: «Так ты чего, мужик, шапку-то одень?» Он говорит: «Нет, я вчера был в шапке. Когда выпить предлагали, я не услышал». Это я к чему? Мы шапку-то сняли? Я думаю, что да. Потому что сегодня вы будете слушать информацию. И самое главное, чтобы слышали. И не пропустить мимо ничего. Ну а мы сейчас рассмотрим с вами быстро очень пункты ключевого человека, которые помогут вам разобраться. А кто же тот человек, который очень быстро достигает результата в бизнесе Amway? А в целом, я могу вам сказать, не обязательно в нашем предпринимательстве. Лучший, он всегда достигает результата везде. В спорте, на работе, в жизни, в семье, в отношениях, в любом деле. Всегда нужно быть лучшим. Так вот, ключевой человек – это тот, который принял решение строить большую модель бизнеса, имеет четкую определенную позицию в бизнесе Amway, понимает значение Diamond Alliance, выполняет пошаговую программу и придерживается критериев ключевой фигуры. И мы пробежимся с вами по этим всем критериям. Вы можете их записать. Первый пункт – следует этическому кодексу компании Amway. Есть у нас такой этический кодекс, я рекомендую, кто еще не читал, обратиться к нему. Я думаю, вы найдете для себя те моменты, которые наиболее вас заинтересуют, потому что каждый такой пункт, например, как первый, относитесь к людям так, как бы вы хотели, чтобы относились к вам. Он вот именно этот момент навел нас с супругом на то, что это нам нравится, нам подходит, что здесь очень важен человек, отношение к нему. Например, следующий пункт уже в ключевом человеке – это 100% потребитель. Конечно же, мы пользуемся шикарной продукцией. 200 баллов товарооборота, 10-15 покупателей помогут вам, чтобы ваш магазин работал на такой товарооборот. Ваш магазин собственный, Amway, проводит минимум 15 информационных встреч в месяц. Маркетинг-планы. Используют разрешенную аудио- и видеоматериалы, участвуют на открытых маркетинг-планах, на BBS-семинарах, на международных VES-семинарах и командная работа. Благодаря каждому этому пункту, в итоге уже в последнем, что вы хороший командный игрок, вы можете только тогда и понять это, когда вы отработаете каждый пункт. Много это или мало здесь? Сложно это или нет? На самом деле все, что новое, всегда кажется, ну, каким-то, что это тяжело, может быть, сложно. А на самом деле, когда ты начинаешь работать в процессе, ты понимаешь, что все достижимо. И я могу вам сказать, что ключевым человеком можно стать в любой момент. Вот в любой момент, когда ты решишь для себя, что ты хочешь быть таковым человеком. В любой момент с сегодняшнего дня рекомендую начать каждому. И мы перейдем с вами еще, посмотрим пошаговую систему и начнем уже с самого первого пункта пошаговой системы. Запишите, первое – это мечта, цель, причина. Мы поговорим сейчас более подробно, именно эту тему рассмотрим с вами. Список и приглашения тоже рассмотрим вместе. Информационная встреча, вторая встреча и запуск. Построение глубины, самообучение, товарооборот, копирование – это все наша пошаговая система. Ну и перейдем мы с вами к первому, как раз мечта, цель, причина. Благодаря, опять же, нашему опыту, очень многие партнеры в первую очередь спрашивают: ну скажи, ну как нужно строить бизнес, что нужно делать, ну расскажи, что нужно делать. Мне все понятно, с мотивацией, да, она необходима, важна техника бизнеса, как, что нужно делать. И могу вас заверить, поверите или нет, это уже вы решите, но на нашем опыте с супругом и на опыте всех наших партнеров мы сегодня это понимаем.
Очень важно, почему вы будете это делать. Зачем? Какая будет ваша мотивация в этом предпринимательстве, которая будет двигать вас каждый день, чтобы вы находили время вкладывать в развитие своего собственного бизнеса Amway? Когда, может быть, у каждого есть работа или свое дело, которым вы сегодня занимаетесь. Конечно, у каждого в основном есть уже семья, дети, и им нужно уделять время. У каждого очень много проблем, которые мы должны решить в течение нашего дня, недели, месяца. Все есть, у всех все есть. Но почему вы найдете несколько часов и зачем вы их найдете? На самом деле это правда, что мотивация – это ключ к успеху. Если мы говорим с вами и видим большой успех, возьмем не из нашего предпринимательства, возьмем нашу сферу другой, ну, нашей жизни, другие сферы недвижимости, финансов, и посмотрим, а те люди, которые преуспели в других направлениях, что они для себя считают наиболее важным? Потому что когда мы встречаемся или читаем об этих людях, мы видим этот успех, и мы понимаем, нам кажется, что он был у них сразу. Вот они как родились и стали самыми богатыми людьми в мире. Ну, например, давайте обратимся к Дональду Трампу. Может быть, кто-то из вас его знает, американский бизнесмен в сфере недвижимости. Ему задали вопрос, что необходимо делать, чтобы стать знаменитым. На что Трамп ответил: «Нарисуйте себе картинку своего успеха. Поставьте перед собой цель и сконцентрируйтесь на ее достижении. Запишите свою цель на бумаге, у вас всегда должно быть три списка. Ваши цели на каждый день, ваши цели на год и ваши жизненные цели. И самое главное, перечитывайте их ежедневно. Это поможет вам двигаться вперед. А у вас есть три списка. Цели на каждый день, на год и ваши жизненные цели. У кого еще нет и кто бы хотел иметь такое состояние, как у Дональда Трампа, рекомендую записать. Давайте обратимся еще к очень известному, успешному, богатому миллионеру, миллиардеру в нашем мире. Это Билл Гейтс. С самых первых дней Microsoft Гейтс неотступно следовал со своей мечтой. Компьютер на каждом столе и в каждом доме. Если мы рассмотрим с вами 90-е годы, кто бы думал, что сегодня компьютер будет не только в каждой семье и в каждом доме, а в каждой комнате и в каждом кармане. Кто бы мог поверить, что это возможно? Поэтому его считали большим чудаком. И это несбыточно, чтобы это было. Прошло время. Он неотступно следовал за своей мечтой и достиг того, к чему следовал. Давайте посмотрим, что говорит Джим Рон, американский автор, бизнес-тренер, автор многочисленных книг. Мечты – это проекция той жизни, которую мы бы хотели прожить. Мечты могут вести вас за собой, помочь преодолеть все препятствия. Они раскрывают вашу творческую силу. Оказывается, все великие люди начинали с мечты. Они рисовали себе картинки будущего, а потом, глядя на эти картинки, визуализировали и в жизни, делая шаги, работу, приходили и достигали своих мечт и целей. Еще один известный автор, Брайан Трейси: начинайте с картины будущего, в котором ваша цель уже достигнута, а затем возвращайтесь к настоящему. Нужно обязательно представлять себе картинку, а еще лучше вырезать ее, нанести ее на бумагу, подписать под ней, поставить дату, месяц и год, когда бы вы хотели, чтобы ваши мечты осуществились, и вжиться в эту картинку, что сегодня это есть. Если пред тобой великая цель, а возможности твои ограничены, все равно действуй, ибо только через действие могут возрасти твои возможности. Если сегодня мы говорим о том, а какая у вас мечта, если я задам вам такой вопрос, кто-то отмахнется от меня и скажет: Марина, о чем ты, какие мечты? Я прекрасно понимаю, что любая мечта стоит денег. И очень многие люди основываются сегодня на тот свой доход, который есть. А что можно помечтать? Замечтать на 20 тысяч рублей, на 30 тысяч рублей, о чем можно помечтать? Конечно же, это небольшая сумма, которая дает нам только прожить или выжить в течение нашей жизни. Конечно, мечты должны быть гораздо глобальнее и масштабнее, большие. Пусть будут сначала маленькие, кто-то захочет сделать ремонт в квартире, кто-то захочет, может быть, новый автомобиль, кто-то захочет, чтобы ребенок его посещал хорошие кружки, секции, занимался спортом или музыкой. Но дальше смотрите, а что будет, если вот
если я сейчас вам задам такой вопрос. Представьте, в вашей жизни прошло 5 лет, и наступило такое замечательное время, когда у вас много денег и много свободного времени, чем бы вы занимались. Я задаю этот вопрос каждый день большому количеству людей. Что я слышу в ответ? Мои мечты были в детстве. О чем сейчас можно говорить? Я даже не представляю, что в это такое время, когда есть деньги и свободное время, в моей жизни может быть. Когда это время наступит, тогда я об этом и подумаю. Оно никогда не наступит, если вы об этом не подумаете. Оказывается, все, что в жизни мы сегодня с вами имеем, это все наши мысли, мечты и цели, о которых думали вы, и именно они привели вас к этой жизни, которая у вас есть. Когда-то на первом семинаре, когда мы с супругом были, я услышала со сцены такую фразу: «Не надо никого винить, ты ответственен за свою жизнь». А мне всегда казалось, что государство не то, в котором мы родились, правительство виновато, и за границу я поеду жить, и там лучше, в другом месте. И почему? Вот я живу так, потому что в этом кто-то виноват. Оказывается, это мы с супругом построили свою жизнь такой. Это мы каждый день стояли перед выбором и думали, пойти нам на работу по найму или открыть свой собственный бизнес. Все мечты наши и цели, наши мысли приводят нас к тому, что есть. И если мы хотим, чтобы через 5 лет наша жизнь была совсем другой, чтобы мы много путешествовали, чтобы она была насыщена яркими красками, чтобы мы дали нашим детям образование достойное, чтобы мы могли себя в первую очередь чувствовать комфортно, чтобы гармонично было все в семье, с нашими финансами. Сегодня об этом нужно подумать. Вы знаете, еще хочу показать. Уоррен Баффет, крупнейший в мире, один из наиболее известных инвесторов, самый тоже один из богатых людей Соединенных Штатов Америки. И у него спросили: «Господин Баффет, вы самый богатый человек в Америке, скажите, а какая у вас сейчас цель?» Кто-то думает, когда вот уже вроде бы все благополучно, о чем еще можно думать, мечтать, ставить цели? Оказывается, мы всегда растем, и есть всегда новые цели, к чему мы движемся. И он сказал: «Я хочу быть самым старым человеком Соединенных Штатов». А какая у вас сегодня ваша мечта и ваша цель? Если все это проанализировать, что же такое мечта? Это вдохновляющая картина будущего, которая наполняет энергией наш ум, волю, эмоции, дает нам силы, необходимые для того, чтобы выполнить это. Мечта, к которой надо стремиться, это чертеж предназначения и потенциал человека. Это все самое лучшее, чего бы мы по максимуму хотели достигнуть в нашей жизни. И что рекомендую я вам сделать? Конечно же, сделать альбом мечты. Какая будет ваша мечта, вы решите сами. Но альбом мечты поможет нам с вами свизуализировать. Что для этого нужно сделать? Навырезать красивых картинок из самых ярких журналов. И самое главное, когда вы будете просматривать эти журналы, хотелось бы, чтобы вы вырезали и клеили в свой альбом мечты те картинки. Когда вы на них посмотрите, вы подумаете: «Но этого точно в моей жизни не может быть». Вот именно эту картинку вырежете и наклеите. А еще лучше, когда вы возьмете свои фотографии и приклеите себя же в эту картинку. Это будет говорить о том, что вы уже живете и думаете о том, в этой жизни, в этом автомобиле, в этом доме, в этих путешествиях, в этих салонах красоты, в этом занятии спортом, может быть. Вы живете уже в этой жизни. Обязательно это сделайте. Альбом мечты должен отвечать 4 требованиям. Яркое красочное изображение мечты, обязательно ваше фото, то, что я вам сказала. Под каждой нужно картинкой, фотографией поставить дату, четкую месяц и год, когда бы вы хотели, чтобы мечта осуществилась. И, конечно же, осуществление мечт мы планируем с маркетинг-планом Amway. Мы говорим о том, что мечта должна быть очень большая, она великая. Есть хорошая фраза: если ты хочешь достать до Луны, если ты хочешь перепрыгнуть через забор, нужно мечтать достать до Луны. Тогда забор ты возьмешь легко и даже не задумаешься о том. Ты достигнешь этой цели быстро. Если мы хотим с вами, чтобы сначала осуществились, может быть, наши банальные какие-то цели, то нужно помечтать о великом, тогда это точно случится. И ремонт вы в квартире сделаете, и платье новое себе купите, и автомобиль поменяете. Но нужно подумать еще о большем.
Вырезайте такие красивые картинки, и пусть зашкаливают ваши мечты, и пусть даже разум говорит, что этого не может быть, вот именно эти и нужно вырезать. Вы знаете, от чего чем отличается парашют от человеческого разума? Знаете? Думаю, да. Они работают, когда открыты. Откройте. Откройте свой разум для того, чтобы это работало. Кто-то сейчас мне, ну, не мне, конечно, может быть, но рядом сидящему бубнит под нос, даже вижу, кто. Это не работает, что это ерундой заниматься какой-то, делать я это не буду. Вот если, вот вы именно это и сделаете. А еще, знаете, Брайан Трейси, когда мы были на семинаре, учились у него, он порекомендовал нам сделать такое упражнение. Взять тетрадочку и записать 100 целей. Вот 100 прям. Когда мы просим человека записать 10, он уже прям изощряется. И у него аж не хватает воображения напридумывать 10. А представляете, какое воображение, чтобы напридумывать 100? Там что ты хочешь. И на Эльбрус поднялся, и на скейтборде покатался прям прямиком, и на Олимпиаду съездил. Ну вот все, что хочешь. И вот 100, если вы напишете цели, спрячьте эту тетрадочку на год, через год вы вернетесь к ней. У нас есть партнеры из Добрянки. Они именно после того семинара так и сделали. И когда прошел год, они вышли на сцену на признание «Платиновый основатель» и вынесли эту тетрадочку. И 23 мечты, цели было исполнено лишь только потому, что они их записали. Оказывается, всего лишь 3% людей в мире записывают свои цели. И мы с вами входим в эти 3%. Входим сначала в 10%, потому что только 10% людей посещают подобные семинары. А из этих 10% 3% записывают цели. Подумайте, хотите ли вы в эти 3% попасть? Я рекомендую вам записать обязательно те цели, которые бы вы хотели достичь. Конечно же, мечты должны быть на размер больше вас, чтобы вам было куда расти. Почему же очень многие люди утратили надежду осуществления своих мечт? Ну, на это есть, конечно же, определенные причины. Но одна из причин – наши мечты разрушают другие люди. Придя завтра на работу, вы услышите первую фразу. «Чё-то ты какой-то сегодня не такой». Ну, для женщин все понятно всегда. Не знаю, что мужчины друг другу говорят. Я ориентируюсь на дам. «Ты влюбилась?» Или ты беременная, или что-то супруг сделал такое приятное, или ты кого-то завела, или что-то в таком роде. Вы знаете, вам обязательно скажут, а что ж такая счастливая сегодня? Вот не знаю, что мужчины говорят друг другу, но что-то тоже хорошее, думаю. Что-то ты сегодня не в себе. Где же ты был в выходные, провел-то как их? Вам обязательно зададут этот вопрос, потому что вы уже будете как будто бы, вот что-то в вас, новые идеи родились для того, чтобы вы будете понимать, что можно изменить жизнь в лучшую сторону. Мы когда с супругом были на ВЭС-семинаре, именно он для нас был первым, мы ехали обратно в поезде, нам хотелось кричать: «Люди, есть такая возможность!» И то же самое. Вы все равно начнете делиться впечатлением. Вы будете говорить, что вы были на семинаре Amway. Вы будете говорить о том, что вы увидели на сцене успешных людей, которые когда-то по наивности своей рассмотрели возможности бизнеса, поверили, доверились, и сегодня это совсем другая жизнь. Вы будете об этом рассказывать? Что это возможно? Они простые люди, но они поверили и достигли успеха. И вам скажут: «Что? Ты что? Да я ж был уже, да все знаю, да же это ерунда, да у меня ты посмотри, вокруг соседка занималась, да друзья-то там занимались, да это прошлый век уже, надо было начинать раньше». И тут ты начинаешь думать: а как? Я же поверил. Или ты думаешь, что ты, там, ну будем говорить, учитель, врач, инженер, еще разные профессии, у тебя получится. Да нет, ты куда полез? Когда я своей подруге вначале рассказала о том, что мы будем успешны, и она говорит: «Ты? Мы с тобой вместе за пенсией в одной очереди стоять будем. Ты решила, что ты будешь такой успешной?»
И каждый человек, и есть такие люди, которые забирают у нас нашу мечту. Они разрушают ее и говорят, что у нас не получится, что Амвей – это ерунда. Это для них ерунда. Они пока еще не увидели возможность. Может быть, им не так рассказали. Да потому что если нам столько с вами лет, сколько, 20, 30, 40, 50, 60, мы жили в жизни в своей какой-то, а тут совсем другое. Говорят о том, что ты можешь, а раньше говорили, не высовывайся, куда ты лезешь, давай как все. А сейчас говорят, ты можешь, ты лучший. И мы думаем, а надо ли мне это? Вроде я живу неплохо, работаю в банке, например, квартира есть, машина есть, дача тоже. Что еще мне нужно? Ребята, вы даже не представляете, что с мужем мы здесь увидели и нашли для себя за эти все годы. Конечно, я сегодня могу сказать, что это возможность для каждого человека. Она наиболее доступна для любого человека. Ее можно сделать, потому что здесь есть тренер и наставник, который возьмет вас за руку и проведет, чтобы вы обошли все препятствия, чтобы вы легче и быстрее достигли этого, ну, своего успеха и своих результатов. Здесь есть это главное, есть тренер и помощник. Не слушайте, вот просто прислушайтесь, может быть, ко мне. Не слушайте вы тех, кто скажет, что у вас не получится. Пусть у вас будет всегда свое мнение. Вы можете выслушать его, но подумайте сами. Потому что когда что-то в жизни у нас происходит, никто не даст денег никогда, чтобы вы могли жить со своей семьей. В долг еще иногда, и то небольшую сумму. А чтобы содержать кто-то нас с вами, никогда этого не будет. Подумайте о себе сами. Конечно же, нам мешают прошлые разочарования и неудачи. Всегда люблю говорить, есть некоторые старые поговорки, пословицы, которые в жизни нам сегодня нужны. А есть, которые сегодня уже давно не работают. Вот, например, говорили там, за зайцем, за тремя что-то погонишься, ни одного не поймаешь. Знаете такое, да? А сегодня говорят, за десятью надо гнаться, чтобы три в кармане лежало, источника дохода. Они все-таки меняются. И вот про то же самое. В одну воду не входи два раза, грабли не наступай там столько-то раз. У меня всегда есть вопрос. Кто за свою жизнь поменял уже две работы? Две работы. А кто три? А четыре? А пять? А что вы все это? В одну воду, на одни грабли? Почему касается, когда работы, да, то это вроде как не одно и то же. А если мы говорим о предпринимательстве, неважно, традиционное предпринимательство, прямые продажи, главное работа на себя. Это значит не одно и то же. Тут нельзя ходить два раза. Это нужно делать обязательно, и два, и три, и пять. Почему? Потому что каждый раз вы приходите уже с опытом, тот, который получили. Здесь я могу вам сказать шикарную фразу, прочитать ее Майкла Джордана, великий баскетболист. Когда-то еще в школьной команде, когда он еще учился в школе, его тренер не взял, посмотрев на него, он сказал, ты какой из тебя баскетболист, нет, ты не подходишь нам, его не взяли. За свою спортивную карьеру я промахнулся более 9 тысяч раз. Я проиграл более 200 игр. В 27 случаях команда доверяла мне сделать последний бросок, и я промахнулся. И я терплю поражение вновь и вновь, вот поэтому я чемпион. Вы думаете от того, что если у вас не получается, это плохо, это хорошо. Потому что это говорит о том, проанализируй шаги и двигайся дальше вперед. Вы думаете, что мечту можно осуществить за один день. Ну, может быть, какую-то, это возможно. Но если мы говорим о глобальных мечтах и о целях, да нет, не за один день. И мы с супругом уже 9 лет в бизнесе, и сегодняшний наш результат – это работа 9 лет. И та жизнь, которая у нас есть. И у вас тоже все получится, но при этом нужно вложить время и труд для достижения своей мечты и цели. Фантазировать мечты тоже здорово, но это не приведет к результату. К результату приведет только действие. Вместе со своим спонсором, со своей командой вы обязательно придете к достижению своих больших бриллиантовых успехов. Вы довольствуетесь посредственным результатом. Тоже это из той же оперы. Куда лезешь? Раньше все было все на равных, мы все равны, не надо высовываться. В школе, как сегодня, продолжается у нас образование. Я в корне с ним не согласна. У нас сыну 14 лет.
Я в конце еще покажу вам тоже, что мы сегодня для себя спроектировали, какие цели поставили. Но я сегодня смотрю, он вообще максималист. Понятно, что он родился в семье бриллиантов, и он сам по себе такой. И вот он мне приходит рассказывать, у нас проблемы с поведением пошли в школе, мы в 7 классе учимся. Я его слушаю, я вспоминаю себя. Я понимаю это. Вы знаете, я сегодня ловлю себя на слове, не дай Бог ему сказать, сына, а вот я была, а вот в наше время. Он всегда на меня покосится и скажет, мама, какое наше время? Прошлый век, 20-й, 21-й век на носу. Если наша двухгодовалая Лиза с айфоном и с айпадом обращается на... пальчиком двигает, игрушечки включает, в игрушечки играет, ей еще 2 года будет 27 февраля. О чем мы говорим в наше время? Даже не стоит приводить примеры нашей жизни. Покажите пример сегодняшней жизни, что вы можете дать своим детям сегодня. И он мне рассказывает о том, какие учителя. Я-то знаю, что это правда. Я не могу ему сказать, что, сыночка, ты не прав. Я не говорю ему так. Я только его прошу. Сына, ты, это взрослые люди и старше тебя. Ты должен их уважать за то, что они тебя старше. И ты должен смолчать где-то, даже если они не правы. Но у него сегодня, понятно, что он положил айфон. Я говорю, положил айфон на парту. А учительница мне говорит, это не уважение к педагогу, убери. А у него же энергия, что же у нас, подростковый возраст, так и хлыщет. Он говорит, а в чем неуважение? Я контролирую время, потому что на перемене мне я дежурный, я должен идти в столовую. Молодец, он знает, что ответить ему. Вот какое у нас время сегодня. Почему мы должны думать о том, как было тогда, раньше? Да мы в другой жизни с вами живем сегодня. На самом деле, вот хорошую тоже фразу могу вам зачитать. Бедным следует считать не того человека, у которого нет ни гроша в кармане, а того, у которого нет мечты. Вам не хватает уверенности в себе. Обретем. В вас сегодня верит ваш спонсор. Это главное. Всю остальную уверенность мы соберем с вами по крохам и сложим. Мой супруг, когда читал первый маркетинг-план, вы знаете, мои подруги не ходили к нам в гости, потому что он вообще не улыбался и был очень сердитый. И они мне всегда говорили про него именно так. «Марина, если Вовы нет, мы придем». И когда мы пришли в бизнес, этот человек не сцены, он не разговаривал, ну, он со мной разговаривал, так, чтобы совсем, но он не человек публичный, чтобы выступать можно было. И его маркетинг-план, он, знаете, как повернулся, а еще он в рубашке был, вот он как начал кружочки рисовать, через полчаса он обернулся, при этом он ни разу не смотрел на аудиторию. А знаете, у мужчин спина бывает вся сырая. Вот это было у него. Мы учились здесь, мы не были такими, как есть сегодня. Мы учились здесь от каждого мероприятия. Мы учились каждый день, общаясь со спонсором. Вам не хватает воображения. Да нарисую я вам. Ваш спонсор нарисует вам картинки. Воображение вы всегда будете брать и ловить на всех мероприятиях, на каждом семинаре. Это система работы. Все шаги сложатся, если вы будете это делать. Очень хорошая фраза. Наши мечты не стареют. Неважно, сколько вам лет и как вы себя чувствуете. У вас еще есть нереализованные возможности. И новые красоты всегда ждут вас впереди. Когда я читаю маркетинг-планы разному возрасту людей, я всегда говорю, они спрашивают, мне уже поздно. Там, вот с женщиной тоже общалась, мне 58 лет, уже поздно, надо было раньше. Я всегда рассказываю о том, что у нас есть в бизнесе самому молодому в нашем предпринимательстве партнеру 82 года, а чуть-чуть молодому 18. Понимаете, возраст вот такой разный. Потому что и в 82 есть еще те цели, которые человек не достиг. И не важно, сколько вам лет, всегда важно, что вы чувствуете и к чему вы стремитесь. Мечтать никогда не поздно. Конечно же, отсутствие четкого и ясного видения тоже не дает вам достижения. И самое главное, не отправляйтесь никогда в путь, если вы не поставили для себя цель. Конечно же, цели подразделяются. Они бывают личные, профессиональные, по самосовершенствованию. Потом мы сейчас еще с вами несколько пунктиков быстро запишем. Но могу вам сказать о том, что когда ты знаешь, куда ты идешь, ты понимаешь свою работу, и работа оправдывает эту цель. Наш спонсор Светлана Мартыненко, бриллиант-основатель, всегда говорит, если у человека нет цели, он пустой.
Даже если ты делаешь работу, ежедневно читая маркетинг-планы, у тебя не горят глаза, и за тобой не пойдут люди, потому что они не видят, а куда ты их ведешь, они не чувствуют этого от тебя. Твоя цель должна быть в первую очередь поставлена. Если вы думаете, что работа ради работы, лишь бы сделать, вечер, день закончился, вечер пришел, домой ушел. Здесь не так. Здесь ты должен для себя понимать, что ты хочешь, чтобы помочь своему партнеру. Следующий пункт мы запишем. Для того, чтобы достичь новую цель вашу, что нужно сделать? Личный товарооборот. По ключевому человеку это сколько? 200 баллов. А если кто умеет делать 200 баллов, значит, кто ставит сколько? 300. Кто умеет 300 делать, сколько? 400. Если вы уже планомерно выполняете программу 300 баллов, ставьте больше. Но 200 – это, конечно же, обязательно. Рекомендуем мы 200 баллов для того, чтобы ваш бизнес был рентабельным. Иначе что работать в минус-то? Пришли ведь деньги зарабатывать. Следующий пункт напишите. Для вашего результата необходимо что? Маркетинг-планы. Прочитать. Потому что этот товарооборот складывается за счет вашего личного и за счет командного роста. Что вы подключите несколько людей. Что вы приведете в бизнес новых партнеров. Напишите себе. Сколько вы хотите прочитать маркетинг-планов сами лично, кто уже умеет, и со спонсором, если еще вы читаете. Вот мы говорим по ключевому 15. Но понятно, что сегодня, может быть, новички, если мы говорим про старых партнеров, вы напишите себе 30, я даже не сомневаюсь, кто-то и 70. Но если мы говорим про новых партнеров, то, может быть, вы поставите 5. Ну и поставьте. Главное, чтобы вы это сделали. Не, сделайте, напишите столько, сколько вы до конца февраля сделаете. Домашний, если может быть план, 1. Может быть индивидуальных, 5. Вы для себя это пишете, этот план работы. Не для меня и не для спонсора, для себя. Чтобы вы научили вырабатывать шаги дисциплины и ответственности. И у вас получалось это делать. Напишите столько, сколько сможете. Еще один пункт мы напишем. Для того, чтобы... Вы прочитали эти маркетинг-планы, и они были результативными, мы должны подключить новых партнеров. Пишите, подключила, подключили. Сколько? 2. Здорово. 1. Замечательно. 10. Просто супер. Следующий пункт. Вообще наш план работы всегда складывается из 10 пунктов, но я еще вот один скажу, а потом вы у спонсора спросите, они все знают. Это презентации. Для того, чтобы у нас был товарооборот, мы должны проводить презентации. Напишите презентации. Какие вы умеете проводить сами, напишите. Не умеете, напишите в цель выучить продукцию Nutrilite, выучить продукцию Artistry, выучить продукцию iCook, выучить чистящий и моющий. Ну, это уж понятно. Самое, все это знают. И напишите, сколько презентаций вы проведете по посуде, по косметике, по витаминам. Если не лично, со спонсором. Напишите со спонсором. И все, что вы запланируете, сейчас запланировали, сделайте. Это на самом деле так. Мы вправе выбирать для себя. Наш путь, нашу дорогу, наши достижения и наши свершения. Виды целей бывают краткосрочные до года, долгосрочные. И, конечно же, цели, когда вы будете записывать, рекомендуем писать. Я сделал уже в свершившемся времени. И вы пишете всегда «я имею», «я являюсь», «я получаю». И, конечно же, это конкретные даты, когда мы хотим, чтобы цели наши были достижимы. Каких направлений это может быть касаться? Это, естественно, вы уже сами для себя решите. Мы с супругом ставили цели и мечтали о наших взаимоотношениях, о нашей семье, о детях, о здоровье, о счастье, о безопасности, о карьере, об увлечении, о достижении в бизнесе Amway, об образовании, благотворительность. Вот что вас волнует? Все те цели вы себе обязательно для себя и нарисуйте. И когда мы приходим в бизнес, пришли в бизнес, я могу вам точно сказать, я шла сюда из-за денег, потому что когда я увидела маркетинг-план, Светлана нарисовала мне его в машине, на листочке бумаги, мне кружочки там без разницы это все было, мне понравилась одна единственная цифра, 300 тысяч рублей. Я сразу скажу, я уже ее даже в карман положила. Только осталось вот прийти куда-то, чтобы из кармана, может быть, достать. Вот настолько меня привлекали деньги. Я хотела их зарабатывать, хотела больше. Мы не боялись работы. Я понимала, что за этим стоит работа.
А мой супруг, он очень хотел, чтобы у нас было всегда общее дело. Ну, я тоже этого хотела. На самом деле, сегодня могу сказать, что это самое лучшее. Что вы вместе всегда, вместе с супругом. Вы можете поделиться, поспорить. У вас одно направление, одни цели в жизни. Это правильно, это правда, так должно быть. И мы всегда хотели вместе путешествовать. У нас этой возможности не было на тот момент, хотя мы, в общем-то, и зарабатывали деньги. Но бизнес держал, всегда кто-то мог уехать, а один должен был всегда его караулить, если что, вовремя поддержать. И когда я пришла в бизнес, у Ольги Ельцовой, это бриллиант-администратора, дочь уже училась за границей. И мне тогда казалось, как это, ой, как можно маме отпустить своего дочь куда-то за границу, учиться. Я думала, вот это не моя мечта. Вот все мне нравится, и квартиру такую хочу, как у Ольги, и ее мечты, хочу быть такой элегантной и красивой, как Ольга. Ну вот образование, ну и здесь можно поучиться. На самом деле растем мы, растут и наши мечты, растут и наши цели. Вы знаете, не так давно мы замыслили и замечтали с супругом, что мы бы хотели нашему сыну дать другое образование. И в эти каникулы, новогодние, январские в каникулы мы ездили и смотрели школы для того, чтобы определиться, куда мы хотим отдать ребенка. Сначала мы начали с Франции и закончили Англией и определились, в какую школу мы пойдем. Ну а сейчас мы перейдем с вами к следующему пункту и посмотрим, что же такое список. Мы с вами напишем список, список наших знакомых. Вот когда мы уже намечтали с супругом, и вроде бы уже понятно, почему нам это нужно. Но когда мы обратились к списку, то почему-то тут встал знак вопроса. Я начала писать список и написала 7 человек. И сказала, все, окружение мое закончилось. Светлана, это наш спонсор, очень уважительно объяснила мне снова, что список – это наш капитал в бизнесе, что это очень важно. И что нужно, когда мы начинаем писать список, задать себе вопрос – а кого я в этой жизни знаю? И весь полный список таким образом и составляется. Вспоминаются все знакомые люди, которые проходили перед вами в вашей жизни. Это начиная с момента «О» и до сегодняшнего дня. Это, конечно же, одноклассники, однокурсники. Это все родственники, это коллеги по работам, это ваши соседи. Это, может быть, знакомые по детям. Это ваши дальние какие-то знакомые, знакомые знакомых, по интересам знакомые. Вот полностью задавая себе вопрос, а кого я в этой жизни знаю, список мне рекомендуется составить именно так. Хотя кто-то скажет, что я контактов не имею, зачем я буду писать этого человека, я потерял его давно из виду, именно его и напишите. Мы уже научились с вами, что мысли материальны, что все, что мы задумаем, обязательно исполнится, если мы только начнем об этом думать. Поэтому если даже вы напишете человека, не имея контакта сегодня, поверьте, пройдет какое-то время, вы найдете о нем информацию, она сама к вам придет, через третьих лиц, даже может быть так. Запишите всех своих знакомых. И обращаться мы к ним будем, естественно, по мере того, как вы скажете, что я готов ему рассказать о бизнесе Amway, прочитать бизнес-план, показать презентацию. Главный принцип при составлении списка – ни за кого не решать. Здесь тоже могу сказать на нашем личном примере. У нас у супруга есть двоюродный брат. Когда мы пришли в бизнес, мы не знали, что он занимается бизнесом Amway. И первый раз, когда мы заключили договор, мы пришли на открытую встречу. Мы его встретили так. Вы знаете, бывает, да, приходишь на открытую встречу, из своего списка какого-нибудь знакомого и встречаешь. Так вот и он нас тоже так же увидел и спрашивает, а что вы тут делаете? А мы ему говорим, как что, мы договор заключили, будем Amway строить. А ты тут что делаешь? А я уже полтора года. Но представляете, вас в моем списке нет. Потому что я был на 100% уверен, что вас это не заинтересует. Не решайте никогда за людей. Всегда лучше им дать информацию, они сами сделают свой выбор. Надо это им или нет. Потому что по статистике каждый из нас с вами ежедневно знакомится 3-5 человек. Встречаются нам в день новые люди. Только мы же не фокусировались на этом, что нам нужно список пополнить. А сейчас мы как раз будем об этом думать и понимать. Это могут быть продавцы в магазинах, это могут быть
администраторы в каких-то салонах, больницах. Это могут быть абсолютно любые люди, даже у вас, если вы работаете где-то там, торговые представители, если вы сами таковыми являетесь. Каждый день мы встречаем с вами 3-5 новых людей. И записывайте их в список. Ну а теперь поговорим более подробно по приглашению. Приглашение на информационную встречу, на домашнюю, либо на индивидуальную. По телефону, письменно или лично можно сделать приглашение. Как правило, начинаем бизнес домашних встреч, и первые приглашения рекомендуем делать по телефону. И вы знаете, это такой первый шаг, который очень много дает, не знаю, препятствий, что ли, можно так сказать, или с пути сталкивает немножко в сторону партнеров начинающих. Потому что не всегда мы уверенным голосом это говорим, а это понятно почему. И я сейчас хочу проговорить вам несколько приглашений, мы рассмотрим с вами, как можно сегодня приглашать. Лично мы с супругом, это наш опыт, в принципе, я, конечно, рекомендую вам обязательно после семинара обратиться и более детально рассмотреть уже со своим спонсором, но я скажу, что делаем мы. Конечно, разговор должен быть быстрым, эффективным, вызывающим интерес или чувство чего-то важного. Кто сильно волнуется, тому рекомендуем составить заранее план телефонного разговора. Ну и, в общем-то, он выглядит таким образом. Установить контакт, быть кратким, цель звонка – пригласить, договориться о конкретном месте и времени, иметь всегда две даты встречи, уточнить время и попрощаться. Две даты встречи – это для альтернативы, потому что, приглашая на одну дату, может быть, у человека уже это время занято, тогда мы должны также предложить ему и сразу же второй день, другую дату, другое время. Ну а теперь непосредственно по приглашению. Ну, начинаем с того, что я могу сразу сказать, мы не приглашаем изначально, если вы придумываете или хотите обмануть. Если вы говорите, приходи ко мне посмотреть ремонт, попить чаю, приглашаю тебя на масленицу, вот это уже неправдоподобно, потому что человек идет к вам именно за тем, что вы ему сказали. Мы рекомендуем приглашать всегда на деловое предложение, потому что его ожидания не оправдаются, и он не будет слушать того выступающего, спонсора вашего, кто рассказывает бизнес-план, потому что он пришел за другим. Обязательно, конечно же, на деловую встречу. Ну, и это выглядит, если, в общем-то, сказать как, да? Предположим, я кому-то из вас звоню, или вы звоните, предполагаете кому-то. Лена, привет, там, добрый день, Марина Мезенцева. Лен, ты знаешь, как у тебя дела? Чем ты во вторник в 7 часов занята? Что у тебя на этот день? Какие планы? А что тебе нужно там? Ну, вроде бы ничего. Что бы ты хотела? Я говорю, слушай, я звоню не просто так, у меня есть к тебе деловое предложение. Мне бы удобнее было, чтобы ты подошла вместе с супругом, если это возможно, да, или ты пришла бы к нам домой в 7 часов во вторник. У меня есть к тебе интересное предложение, интересный разговор, очень интересная информация, как хотите. Конечно же, сегодня таким образом очень много людей приглашает. И, естественно, люди уже выслушивали это не раз, может быть и такое. Если это близкий человек, то можно здесь, в принципе, везде можно включить юмор определенный, можно что-то сказать, но, естественно, с той стороны поступают вопросы, что это? Это, наверное, презентация, я уже, ну, скажи, если ты не скажешь, я не приду. В общем-то, мы тоже, бывает, это слышим, конечно. Что я вам здесь рекомендую? Если это близкий человек, вы можете и не говорить. Я могу сказать так. Лен, ну ты же знаешь меня. Ты ведь всегда меня поддержишь, да? Да. Вот видишь, какая разница, скажу я тебе, не скажу. Ты ведь все равно придешь. А так хоть интрига будет. Что же у меня будет дома за встреча? Вот давай мы придешь во вторник, и мы с тобой разберемся. Это бывает и пройдет с близкими людьми. Кто-то говорит, о чем пойдет речь? Можно сказать о тебе и обо мне, и о нашей жизни. На самом деле мы же правду будем разговаривать, о чем? О жизни будем, о тебе и обо мне, и о нашей жизни. Но если это все-таки человек не близко вам знакомый, не подруга, не родственник, здесь уже таких отговорок никак не пройдет, то, конечно же, о чем пойдет речь? Это презентация, вы всегда смело говорите, да, это презентация. Вы уже пообговорили все эти возражения и поработали со спонсором. Смело вступайте в диалог, конечно же, любой опыт, он необходим вам. Неважно, чем за встреч закончится этот разговор телефонный, приглашение. Конечно же, нам хочется, чтобы это было плюс, и человек пришел. Но опыт есть опыт, нужно это проделать.
И если вам человек говорит, я уже был, это презентация Amway, я знаю, я уже был, я видел, я знаю, мне это не интересно. Если вы выслушали, скажем, набор таких словосочетаний, предложений, что в ответ я вам рекомендую всегда сказать? Где был? Что видел? Что знаешь? Потому что вот здесь, в общем-то, и как раз все и открывается. Если говорить по сегодняшнему нашему опыту, а мы ежедневно делаем звонки и приглашения, то я могу сказать, что люди, как правило, что они видели? В основном это чистящие и моющие средства, и они пользуются буквально ограниченным ассортиментом. Если они видели презентацию, то не всегда она должным образом прошла, не всегда люди видели бизнес-план, в большей степени им продали продукцию на работе, либо через знакомых, и на этом все закончилось. А чтобы говорить о других презентациях, об этом даже не идет речь. Если человек говорит, например, что он видел презентацию посуды, что он пользуется ассортиментом большим, широким, уже давно, ему нравится продукция, здесь вы делаете плавный переход на бизнес-предложение. А что ты тогда думаешь по поводу дополнительного дохода? Слышал ли ты бизнес-план? Тоже вы услышите разные варианты ответов. Неважно, самое главное, вот я хочу научить вас немножко, скажем, сказать, как мы действуем с супругом. Вот все, что вы слышите, это для вас, но не против вас. И поэтому, если вы выслушиваете, что ему предложение деловое неинтересно, это не говорит о том, что вы взяли и положили трубку. Это говорит о том, что вам придется задать еще несколько вопросов, и ваш разговор продолжается. Никогда не сдавайтесь и не принимайте все то, что вам сказал человек. Потому что я в этот момент всегда говорю, вот видишь, ты был, там-то был, там тоже был. Ну, значит, ты ко мне придешь. Потому что я точно, это я не про себя сейчас говорю, а про вас, вы так говорите. Я точно знаю, я расскажу тебе лучше всех, больше всех, профессиональнее всех. Но вы должны так и рассказать, это правда. Значит, подготовиться к этому нужно. Затем, когда мы делаем приглашение, рассказывая про Amway, есть 4 фокуса, на которые мы обращаем внимание. Первое, я уже сказала, на товар. Мы должны узнать, каким ассортиментом пользуется данный человек, и предложить ему другую презентацию другого ассортимента. Косметика, мастер-класс, посуда, витамины, либо более расширенное, все вместе. Второй момент, на что мы обращаем внимание, это на деловое предложение, на дополнительный доход. Мы спрашиваем и интересуемся, а слышал ли он бизнес-план. И если он говорит, слышал или не слышал, это вам все равно, вы делаете работу свою дальше. Если он не слышал, естественно, вы подводите к тому, что стоит послушать. Если он говорит, что слышал, вы говорите, что стоит еще раз послушать. По-любому стоит послушать. Почему? Здесь всегда я задаю вопрос. Он мне говорит, мне это не интересно. Я говорю, стой. Я-то тебя знаю. Тебе дополнительный доход, деньги интересны? Да. Тебе отдых, путешествия интересны? Да. Я знаю, что ты хочешь поменять автомобиль? Да. Или другой вопрос можно задать, более проще. Ты бы хотел изменить свою жизнь в лучшую сторону? Да. А что ты сейчас для этого делаешь? Ничего. И вы возвращаетесь на круги своя. Ты знаешь, я тоже думал, что дополнительный доход Amway мне не интересен. Но я встретился с таким человеком, который сумел до меня донести, что именно здесь, благодаря этой возможности, я могу здесь получить. И перечислите свое, что вы хотите, хотелки. Перечислили вы все. Потому что вы будете обращать внимание на того человека, потому что для него это тоже важно. И вы свое мнение это выразите, что вы думали так же, а сегодня ваше отношение поменялось. И третье, на что вы сразу же обращаете внимание, на того человека, кто проводит у вас этот план домашний, эту информационную встречу. И у вас есть возможности рассказать об этом успешном человеке. Даже если вот, успех, да, это не значит 21% уже. Или это изумруд, платиновый там и бриллиант. Нет, успех –
это уровень вашего спонсора, даже если он на ступеньку выше, чем вы. Потому что он пришел в бизнес раньше, чем вы. Потому что он сегодня помогает вам в вашей работе. И у него есть уже свой успех. В нашем бизнесе 3% – это огромный успех. И каждому результату всегда нужно радоваться, потому что он для вас новый. Любой результат – это успех. Найдите те качества в человеке, который будет представлять домашнюю встречу, которые нравятся вам и симпатизируют. Сформулируйте их и расскажите, что у меня будет. Человек, который сегодня меня очень поддерживает. Ты представляешь? Он такой целеустремленный, он такой энерджайзер, он такую энергию мне дает. Поверь мне, он так рассказывает бизнес-план. Я до этого слушал 10 раз, но как он, никогда не слышал. Есть возможности рассказать о том человеке. И четвертый момент, на который мы обращаем внимание при приглашении, это на обучение, на развитие личности. Опять же, это относительно того человека, кого вы приглашаете. Может быть, вы знаете, что он такой, может быть, карьерист, строит карьеру, любит учиться, посещает разные тренинги, много читает, образованный. Вы можете обратить на это внимание, что вы делаете построение, да, тому человеку, кто у вас проводит встречу, и говорите о том, что он вам такие книги порекомендовал, вы сейчас такую книгу читаете, и на это можете сделать, вот, направить свое приглашение. Если вы это все сделаете, и вашей целью будет пригласить, вы получите положительный ответ «да». Обязательно. Потому что, естественно, сегодня нам вы, когда мы начинаем приглашать, и когда люди говорят, они пользуются, видели и знают, это не говорит о том, что нужно положить трубку и этого человека из списка вычеркнуть. Это говорит о том, что, слава Богу, у вас есть с кем работать. Потому что все люди, которые пользуются продукцией вокруг вас, вы как бизнесмен предлагаете ему пользоваться вашим магазином Amway. А уже покупатель сам выберет, в какой магазин Amway ему прийти. Вот таким образом и выглядит приглашение. С возражениями поработать, если у вас не получилось с первого раза, даже то, что я вам сказала, вы не переживайте. У вас во второй раз уже будет лучше. Если вы не смогли ответить на какие-то вопросы, вы их запишите. И ваш спонсор порекомендует вам в следующий раз, вы отработаете это приглашение с ним. А еще лучший вариант – в момент приглашения находиться рядом со спонсором. И на все первые встречи, чтобы ваш спонсор помогал вам. Потому что у меня, знаете, я английский все еще учу. Ну вот когда-нибудь выучу. А язык жестов я просто знаю на десятку. Я общаюсь с языком жестов, и даже в момент приглашения я могу своему партнеру помочь, потому что я уже таких приглашений прошла тысячи и могу порекомендовать, как лучше сформулировать приглашение. Приглашать нужных людей. Вот на этой фразе останавливаюсь и заканчиваю. Нужных людей – это тех людей, которые сегодня в жизни имеют уже, может быть, не одну работу, а всегда стремящиеся несколько доходов. Может быть, несколько у них разных, там кто-то работает, да еще и таксует вечерами. И таких людей много на самом деле. Это люди уже с желанием. Они сегодня хотят зарабатывать дополнительно. Приглашайте таких людей в первую очередь, акцентируйте на них свое внимание. Спасибо вам большое за внимание. Успехов вам и будьте обязательно двойными бриллиантами.